Samsung S5230. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Samsung S5230». Классическими причинами выхода из строя дисплея в данной модели являются попадание влаги или механические повреждения. Металлическим инструментом аккуратно поддеваем дисплей в нижней части и снимаем его. Новый дисплей аккуратно прикладываем к сенсорному стеклу и прижимаем пальцами. Все, дисплей заменен.